Какого хрена я оказался на этой крыше? Я бы сказал это тебе за все хорошее. В самом крутом городе мира никто не борется с преступностью жестче, чем эти двое. Так, всем оставаться на своих местах. Но кто-то должен делать и другую работу. Хватит мычать эту песню! Так! Спасибо, спасибо! Вся эта херня со стрельбой и гонками, тёлки которых нам приходится трахать, все это только благодаря вам. Всегда пожалуйста, обращайтесь. Слышь, урод, если я тебя вообще услышать захочу, я тебя на руку натяну и кукольный театр тут устрою. Рассердился. Своеобразные ребята. Ты задолбал уже. А чё? Всем подразделениям, у нас потенциальный самоубийца. Мы же не поедем туда? Конечно, нет. Что ты делаешь? Поехали, мы должны это сделать. Мы понимаем, как вам сейчас тяжело. Я это сделаю! Вам кажется, быстрая смерть – это единственный выход. Смотрите, там еще один. Ой, правда, полетел. Черт, нет. Бизнесмен Дэвид Эшен обвиняется в сокрытии 32 миллиардов долларов. Наш час настал. Городу нужны герои. Привет. А вы кто? Я его жена. Ух! Да нет, серьезно, кто это? Это моя жена. Порвем их всех. Это же игрушечный пестик. О! Придурки, вы зря теряете время. Мы уже на подходе. Посмотрим, кто доедет первый. Где ты научился так водить? Автосимуляторы! Охренеть, вертолет! Копы в глубоком запасе. Возвращайся скорее, мой сладкий. Я уже очень по тебе скучаю. Понимаешь, очень-очень по тебе скучаю. Повезло тебе с женой.